Ну, привет, мой дорогой друг, здравствуй. Снова с тобой находится тот самый старый багги, с которым проходит очень большое количество твое у меня на канале на Ютубе. Я признателен тебе, у меня растут подписчики, у меня растут комментарии и у меня растут просмотры. А все благодаря кому? Естественно, только тебе. Только тебе. Я благодарен, мой любимый зритель, за то, что вот так вот все очень быстро у меня на канале растет. Прям вот огромное сердечко вот тебе вот прям туда буду отправлять, прям... Спасибо тебе огромное. Для меня это очень важно и, наверное, так же, как и для тебя, потому что только из-за тебя выходят у меня на канале видосики, либо сейчас уже в дальнейшем мы пытаемся сделать, настроить наш большой канал, чтобы можно было выходить в прямые эфиры и вместе с тобой в онлайне смотреть либо фильмы, либо клипы, либо треки, либо все, что угодно, что именно хочешь ты. Так, летим, дорогие друзья, немного с вами пообщались, и теперь хочется, конечно же, послушать музыку, послушать и посмотреть, естественно, что же нам предлагают сегодня. Нам сегодня предлагают Джорджи Гонсалес, ну, Гонсалес, наверное, скорее всего, так это будет звучать. Калиенте, наверное, я правильно сказал, это с фестиваля... 24-й год, Le Grand Final. Я это произнес. Так, ребятки, давайте не будем затягивать, давайте с вами начнем смотреть и, естественно, будем рассуждать все вместе с вами, только с вами. С тобой, да. Поехали. Corazón, aquí te vengo a mi manera, ay, madre mía, qué calor, y a mí que está buena, señorita, así se baila, que la noche no se apaga, europea, americana, los tambores se desatan, y vuela, vuela sin bajar, todo el mundo a vivir el presente, que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo el fuego caliente, sube a mí, mucho pare, que se pare. Девочки, если вы у меня на канале, вы это видите, вы ж видите, что Рики Мартин снова вернулся. Блин, ну это круто, наверное, для девчонок. Посмотрите, какие мужики, посмотрите, какой исполнитель. Пушка. Что еще говорить, он сексом пахнет. Прямо оттуда, прямо от, вот сюда, прямо аж... А, да, я же говорю, попахивает прям. Уф. Смотрим дальше. Sabe a pedacitos de mar, dame un besito de más, señorita americana, los tambores no se apaga, europea americana, los tambores se desatan y vuela, vuela sin bajar, todo el mundo a vivir el presente, que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo el fuego caliente, sube a mí, mucho pare, que se pare, porque la noche está caliente. Слушайте, а мне на самом деле трек залетает. Мне прям заходит. Прям очень крутенько. Прям такой бодренький, прям приятный трек. Приятный голос, как бы, ну тут что ни говори, а на самом деле продакшн очень хороший. Ну, если рассуждать как музыкант, допустим, для меня это, ну, хорошая работа на самом деле.
И хорошо проделано, действительно, вот это вот все вот даже мелкие детали в треке, и танцевалка, и такое все. Ой, ну это круто, правда, это действительно круто, это хороший продакшн, мне он очень нравится. Нравится ли тебе, я только могу узнать, если ты мне напишешь, чувачок, не понравилось, херня, у тебя что-то со вкусом, что-то не то. Все возможно, у нас все возможно. Что сказать, ребят, да тут нечего говорить, на самом деле, очень хороший продукт, очень хорошо исполнено, хорошее шоу, ну, понимаю, что это финал какого-то конкурса, Бенидрум Фест, ну, очень хорошо подготовлено, на самом деле, мне очень понравился и сам трек, он и танцевалочка прям такая, типа Мигенте, он и, ну, классно же, ну, правда. Ну, на самом деле, чего тут кривить душой? Мне он залетел. Не знаю, вот как тебе он залетел, мне он залетел. Он нормальный, хороший трек. Не сказать, что я сейчас прям в пляс впустил. Нет, я бы, может, и впустился бы пляс. Но чего-то мне не хватило, наверное. Продакшн хороший, правда. Очень хороший продакшн. Мне все понравилось. А тебе? Тоже понравилось. Ребят, ну, что могу сказать? Я могу сказать только одно. Поблагодарить тебя, мой самый любимый зритель, мой искренне, сердечно, приятно. Что еще? Да очень много всего я могу говорить именно о тебе. Какой-то у меня классный зритель, какой-то у меня классный подписчик. Поэтому спасибо каждому из вас, ребята. Я что хочу сказать? Я это и хотел сказать. Увидимся с вами вновь на канале Старого Баги. До новых встреч. Всех люблю.